панство. Przepraszam, mówię po polsku bardzo źle. Będę czytać po rosyjsku. Państwo może widzieć przetłumaczenie na ekranie. Herberta też będzie czytać po rosyjsku. Przetłumaczenie Леонида Цивьяна, Вячеслава Куприянова и Владимира Бретонишского. Цель данной статьи – анализ воплощения программной для литературы 19-20 века проблемы взаимоотношений человека и природы. Ну, так как это трактуется в поэзии Осипа Мандельштама и Збигнева Херберта. Ракурс анализа задан стихотворением Збигнева Херберта. Пан Когита обдумывает различия между человеческим голосом и голосом природы. То есть нас будет интересовать не противостояние человека и природы как таковое, а сопоставление творящей потенции этих двух начал, которое осуществляется. Это сопоставление, да, в отдельных произведениях Мандельштама и Херберта. Ну и возникает вопрос, почему Мандельштам и Херберт? Да? На первый взгляд выбор для сравнения поэзии именно этих двух авторов кажется произвольным. Разный исторический, биографический, культурный, эстетический опыт. Но литературная компартивистика, которая основывается во многом на принципах такого широкого, большого диалога, да, Михаил Бахтин назвал это большим диалогом, позволяет нам рассмотреть творчество Мандельштама и Херберта как такой неспешный диалог через время и расстояние. Бахтин описывал культуру как единое целое, в связи внутри которого образуется диалогом в рамках большого времени. Нет ни первого, ни последнего слова, и нет границ диалогическому контексту. Он уходит в безграничное целое и безграничное будущее. Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошлых веков смыслы, никогда не могут быть стабильными. Они всегда будут меняться, обновляясь в процессе последующего и будущего развития диалогов. Таким образом, современное литературоведение может позволить себе сравнение абсолютно удаленных друг от друга высказываний, которые объединены одной темой. Однако, как мне представляется, для сопоставления творчества Мандельштама и Херберта существуют и более веские основания. Этих двух авторов объединяет интерес к классическому периоду европейской культуры, простота и ясность как критерии поэзии, ну и это цитата из Мандельштама, да, «тоска по мировой культуре как общий пафос творчества». Разговор о бессилии человеческого слова перед голосом природы – это излюбленная тема романтиков. «Горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, и лишь молчание понятно говорит», писал в своем стихотворении «Невыразимое» Василий Андреевич Жуковский. Природа – это непостижимая тайна. И, как писал Тютчев, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык, но все это скрыто от человека. И по версии Тютчева, ну, в общем, лучше молчать, да? Человеку недоступен и голос матери родной, поэтому самым адекватным ответом природе будет лишь молчание, силенцию. Отдал дань молчанию и Осип Мандельштам. Но его силенциум связан с первоосновой жизни. Przepraszam, tutaj nie ma tego... Мерша, да. «Останься пеной Афродита, и слово в музыку вернись, и сердце, сердце устыдись, с первоосновой жизни слита». Да? Еще не рождена Афродита, и слово поэтому тоже не рождено, оно растворено в музыке. Это молчание не только человека, но и природы.
Но что же говорит Мандельштам о голосе природы? Молчание природы нарушается появлением любви, творящей силы мироздания. Звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа, среди немолчного напева глубокой тишины лесной. Зачатие земли будущей жизни сопровождается появлением звука, голоса природы. Этим стихотворением открывается первый сборник Мандельштама «Камень». Для символистов высшей формой искусства была музыка, акмеисты же предпочитают зодчество. В программной статье Осипа Мандельштама «Утро акмеизма» мы можем прочитать, да? Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас перед седыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство. Но камень Тютчева, что с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или был низвергнут мыслящей рукой, есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении звучит, как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают тютчевский камень и кладут его в основу мироздания. Недаром сюжет с пробуждением сил природы похожим, аналогичным образом повторяется в более позднем стихотворении Мандельштама. Роль плода здесь играет небесный камень, который сравнивается поэтом с опальным стихом. «Как землю где-нибудь небесный камень будет, упал опальный стих, не знающий отца. Неумолимая находка для Творца не может быть иным, никто его не судит». Для Мандельштама голос человеческий, его слово – это камень, который борется с пустотой. У нас нет акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, с небытием, отовсюду угрожающим нашей истории. Таким образом, камень, природное явление, у Мандельштама больше всего ассоциируется с творящей силой человека. Романтики ощущали свою беспомощность перед природой, наделяя ее такими чертами, как ненареченное, беспредельное, присутствие создателя в создании, то есть качествами недостижимого идеала. Мандельштам ставит перед собой иные задачи. На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма и футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета. И ее творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый, строгий ремесленник Сальери, протягивающий руку мастеру, вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира. Голос природы у Мандельштама не входит ни в какое противоречие с человеческим творчеством. Что же нам ответит на это Зигмунд Херберт? С одной стороны, мы находим у него заявление, близкое установкам русских романтиков. «Рука горе уступает, горло слабее родника, перекричать песок невозможно. Слюной не свяжешь метафору ока с солнцем. Склонив ухо на камень из зерен молчания, не могу смолоть тишину». Однако в поэзии Херберта не всегда легко выявить позицию автора по отношению к поэтическому высказыванию. Для Херберта характерны бесчисленные случаи, когда он прибегал к словесной иронии, обыкновенно, хотя и не всегда, оставляя читателя в сомнении, что именно здесь иронически представлено. И кто
что именно иронически говорит. Вопрос здесь абсолютно фундаментален. Кто этот кто-то? Кто является настоящим отправителем иронических заявлений? Когда мы приходим к выводу, что он думает иначе, чем говорит, что является обычным, но на самом деле правильным способом понимания сущности словесной иронии, возникает вопрос, всегда ли он думает так же, как тот, кто говорит? А если нет, в чем суть расхождения между ними? Пишет Станислав Пранчак. Таким образом, истинную суть размышлений о разнице между голосом природы и голосом человека нам еще предстоит установить. В стихотворении «Панкогита и воображение» Херберт пишет: «Панкогита никогда не доверял штучкам воображения. Он обожал тавтологии, объяснял тем же самым птицу птицей, неволю неволей, нож ножом, смерть смертью. Он любил плоский горизонт, прямые линии, притяжение земли. Поэтическая верность неверной ясности пана Когита, даже пропущенная сквозь призму иронии, в полной мере коррелирует с высказыванием Мандельштама. А равно А. Какая прекрасная поэтическая тема. Способность удивляться – главная добродетель поэта. Но как же не удивляться тогда плодотворнейшему из законов, закону тождества? Кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом, тот несомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, поэзия получает пожизненное ленное обладание, все сущее без условий и ограничений. Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Таким образом, близость поэтических установок Херберта и романтиков о безусловности проигрыша человека перед природой можно поставить под сомнение. Что же Херберт говорит о голосе природы? В стихотворении «Господин природы» герой открывает детям животворящую силу мироздания. Он нас познакомил с помощью золотого бинокля, с интимной жизнью нашего предка инфузории туфельки. Он показал нам темное семя, спорынья, смотрите. С его ведома, с 10 лет от роду, я стал родителем, когда после долгого ожидания из выдержанного в воде каштана вырос росток. Так же, как в поэзии Мандельштама, в момент появления новой жизни появляется голос, и вдруг все запело по всей округе. Человек, говорящий с природой на одном языке, господин природы, в художественном мире Херберта существует. И он не только не противостоит миру необъятного, но и сливается с ним по смерти. Если он попал на небо, может, он ходит сейчас на длинных, тощих лучах в своих серых носках. Но если он не попал на небо, тогда на лесной тропинке я вижу, как жук, вскарабкивается, тащится на песочный холмик, подхожу ближе, раскланиваюсь и повторяю: «День добрый, пан профессор, позвольте, я помогу вам». И переношу его деликатно и слежу за ним долго, пока он не исчезнет в темном профессорском покое в конце лиственного коридора. Однако господин природы не поэт. Его творческое начало проявлено скорее безгласно, изучающе. Как говорилось выше, акмейская концепция Осипа Мандельштама складывалась вокруг тождества слова равно камень. В стихотворении Херберта «Чувство идентичности» мы видим другое уравнение. Человек – это камень. С древности сюжет превращения человека в камень обладает отрицательным значением. Окаменевание связывалось с наказанием живого существа и обозначало смерть физическую или духовную.
камень на душе, висеть камнем на шее, камень на сердце, камень за пазухой, каменный взгляд, каменный гость, бросить камень. Все эти выражения свидетельствуют об отрицательной коннотации слов «камень» и «каменный» по отношению к человеку. Тем не менее, тем неожиданнее на этом фоне звучит стихотворение Збигнева Херберта. Если он чувствовал тождество, то чаще всего с камнем, с песчаником, не очень зыбким, стойким и светло-серым, у которого тысяча глаз из кремня, бессмысленное сравнение, камень видит кожей. Если он чувствовал глубокую связь, то именно с камнем. Герой, отождествляющий себя с камнем, отождествляет себя с самой природой, с ее гармонией, с ее жизнью. Это не было вовсе идеей неизменности камня. Он был как всякий ленивый в блеске солнца, занимал свет, как месяц. Когда близилась буря, мрачнел темнее тучи. Потом жадно пил дождем запасенную воду. В сладком уничижении, в схватке стихий, столкновении элементов, утрата своей натуры, хмельная статичность были одновременно унизительны и прекрасны. Еще более внезапным оказывается эротический мотив, связанный с образом камня. Камень видит кожей. В любовном экстазе камень соединяется с небом, глотая дождевую воду. В сладком уничижении, в схватке стихий, столкновении элементов. И ироничный финал вовсе не уничтожает этой гармонии человека, ощущающего свою идентичность с камнем. И под конец он трезвел на ветру, сухом от молний, стыдливый пот, улетающий облак любовного пыла. Человек-камень-созерцатель. Все вбирающий в себя и открытый любви, движущей силе природы. Но он опять не творец. Тема камня появляется у Херберта и в его культурологическом путешествии «Варвар в саду». Одна из глав так и называется «Камень с собором». Объясняя причину возникновения замысла главы, Херберт пишет: «Под ногами у меня был огромный замшелый блок песчаника с вырезанной стрелкой, клеймом каменщика. Так, может, вместо того, чтобы писать о витражах, которые модулируют цвет, как григорианское пение модулировало тишину, и о таинственных химерах, что склонились в задумчивости над бездной веков, имеет смысл подумать, как этот камень попал сюда? Иными словами, о рабочих каменщиках и архитекторах, но не о том, что происходило в их душах, когда они возводили собор, а о том, как они использовали материалы, инструменты, методы, а также сколько зарабатывали. Замысел скромный, как если бы о готике вознамеривался писать бухгалтер. Однако средневековье учит заодно и скромности. Камень – материал для творца. Миллионы и миллионы тонн камня за три столетия, с XI по XIV век. Во Франции этого строительного материала было больше, чем в Древнем Египте, стране гигантских пирамид. 80 соборов и 500 бывших церквей, которые были построены в тот период, поставленные рядом, образовали бы настоящий горный хребет, но только сотворенный человеческими руками. И камень же содержит в себе природное творящее начало. И тут уместно вспомнить произведение Мандельштама «Нотр-Дам», которое буквально вступает в диалог с Хербертом. Мандельштам пишет стихотворение, представляющее из себя декларацию акмеистов о смысле творчества в свернутом виде. При этом он изображает готический собор в Париже. Херберт же описывает Нотр-Дам, старинное готическое сооружение, но в городе Сен-Лис. Это экскурс в историю, побежденную природой. Акмеизм призывает к прекрасной ясности и предлагает поэту посмотреть на мир глазами Адама, первого человека, и пережить эту энергию новизны. «Где римский судья судил чужой народ, стоит базилика, и радостный, и первый, как некогда Адам, распластывая нервы, играет мышцами крестовый легкий свод». Херберт
отмечая особенности воздействия средневековой архитектуры на человека, тоже обращает внимание на телесность впечатления. Готический собор апеллирует не только к глазам, но также и к мышцам. Головокружение перемешивается с эстетическими впечатлениями. Нотр-Дам Мандельштама – это природная стихия, побежденная логикой и расчетом, но не утратившая жизни. Культура переплетается с природой, не называя победителей, не оставляя побежденных. Стихийный лабиринт, непостижимый лес, души готическая рассудочная пропасть, египетская мощь и христианство робость. С тростинкой рядом дуб и всюду царь отвес. Именно гармоничное сочетание природного и человеческого по Мандельштаму есть условие творчества. Но чем внимательнее твердыня Нотр-Дам, я изучал твои чудовищные ребра, чем тем чаще думал я, из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам. Образы непостижимого леса видны и в описании Збигнева Херберта. По обеим сторонам две вершины, башни со стройными остриями шпилей. Позади, словно огромный шалаш из еловых лап, крыша центрального нефа. Нотр-Дам Сен-Лиса потому совершенное творение, что это абсолютно естественное творение. 8 веков превратили это строение в некое образование, близкое к природному. Шапки мха, трава между камнями и ярко-желтые цветы, вырастающие из расселин. Собор подобен горе. И никакой стиль позднейших эпох, ни Ренессанс, ни само собой классицизм не вынес бы такого симбиоза архитектуры с растительностью. Готика, она естественна. Но вернемся к стихотворению «Пан Когита обдумывает различия между человеческим голосом и голосом природы». Констатируя свое поражение перед стихиями, пан Когита признает незначительность собственных творческих усилий. А ведь я собрал столько слов в одну прямую, что длиннее всех линий ладони. И потому она и судьбы длиннее, линии, выходящие за пределы линии расцвета, прямой, как отвага линии завершенной. А ведь это была линия горизонта в миниатюре. Но никакого отчаяния от того, что душа поет не то, что море. Пан Когита не испытывает. Он спокоен и ироничен. Как пишет Станислав Прончак, ирония в данном случае, главным образом ирония самоуничижения, оказывается, помимо других возможных функций, прежде всего, непременным средством выявления этого неразрешимого противоречия, этой инвалидности, с помощью которой пан Когита слабо придерживается, проходя через мир. Голос пана Когита, безусловно, слабее голоса природы, но его собственная линия горизонта в миниатюре естественно вписывается в окружающий ландшафт. И дальше струятся молнии цветов, орацию трав, орацию туч. Хор деревьев бормочет, скала спокойно пылает, гаснет закат в океане, день поглощает ночь, и на изгибе ветров новый свет настает, и ранняя мгла возвышает острова диск. Таким образом, можно заключить, что Иосиф Мандельштам и Збигнев Херберт не противопоставляют голос природы голосу творческого человека. Однако господин от природы Херберта, прошу прощения, однако господина природы Херберта убивают выродки истории. Мандельштам в раннем творчестве, утверждавший природность Рима, природа тот же Рим и отразилась в нем, констатирует, что город диктатора-выродка замолкает, мощь свободная и мера львиная в усыплении и рабстве молчит. То есть есть другой человек, не способный на творчество. Дякую, партия.